Сверху. Я сверла. Блин, давайте быстрее. Девушка, здравствуйте. Мы тут стали жителями аварии. По улице Свердлова едет машина, она полностью вся разбита. Тойота Королла серого. Тойота Королла серого цвета. Номера на Добрынинск. 152. ЕК 76. На Добрынинском мосту в автобус ехала. Ярославль, да, спасибо, давайте, девушка. Мужчина, мы стали очевидцами аварии. По улице Свердлова едет машина Toyota Corolla серого цвета. Номер у него В-152ЕК. Она и пассажир, я не знаю, там один водитель, я так понимаю. Вся машина разбита, весь сзади, вся часть. Все за ней волокется, она едет, не останавливается на очень большой скорости. И вот мы вам звоним, боимся, что примите какие-нибудь меры, она может еще просто кого-то сбить. Скажи, или еще поучаствовать на Добрынинском мосту в автобус ехала. Эта машина, она... Нет, она на Добрынинском мосту ехала и с очень большой скоростью въехала в автобус и поехала дальше, не останавливаясь, ничего. Вот мы за ней сейчас следуем, и она вот по улице Свердлова едет. На красный, ебашит. На красный прямо едет. Вот, все, он, блядь, въехал, блядь. Еще чуть-чуть куда-то въехала, и она едет вообще без остановки. Просто водитель, видимо, невменяемый или что-то там. Дима, сейчас по какой она улице поехала? Сейчас по Свердлова, сейчас не знаю, куда она свернула. По Свердлова прямо она поехала, вот там у Толбухина, где-то Толбухина сейчас. Где-то у Толбухина, мы просто остановились на красном и потеряли пока ее из вида. Я сейчас за ним не поеду, сейчас к этому, к Субарику подъеду. Да. Сейчас мы тут проедем чуть-чуть, если мы ее увидим, я вам позвоню снова. И вам вообще по какому? Мы не заметили.